Короче, я только проснулся, просто не обращайте внимания. В общем, я проснулся от того, что были очень умные разговоры. Я только навел камеру, все начали почему-то смеяться и смотреть в камеру вот так. Потому что его изобрели в России. Оливье называется, потому что повар был француз Оливье, но он работал при российском дворе, при русском дворе. После автоматической дамы... Что делает? Где она что делает? Вон левые две будет сейчас рисовать. Правый. Итак, ребят. Мы отправляемся в путешествие. Что ты говоришь? Сюда, а я сам знаю, что смотреть туда. Что происходит, ребят? Мы едем на фуникулёре. Всем привет! Финикули, это NCQ Travel. А почему? Все закрылось хорошо. Нет, почему качаться? Все, поехали! Давай! И. Слушайте, на самом деле мне страшно. И. Да не, нормально. У нас еще разгоняется. Вот это я. Еще и три секунды еще отвалится. Ой, смотри, реально налыжный этот. А, нет, тут. Слушай, а зимой здесь круче, чем. Хотя летом тоже круче. Ужас какой. Класс, да? Увидимся внизу, на той стороне. Нормально так. А тут тепло. Ну да. Да, вообще супер. Это там гонит вообще, да, смотри? Притормози! Хорошо. Ну что, все, можно выключать? Можно. Всем привет, выключай. Всем пока. Всем пока. Мы идем по Нижнему Новгороду. Да ладно. И идем мы. Да, вон там стоит человек. Один. А особо одна. И кто это? Ага. Ну как? Ваши варианты. Ленин. Где? Не, вон. Великому летчику, я же говорю, летчик. Действительно, обрыв действительности. Главное, надо знать, что у нас всегда есть план Б. План Б. Тут холодно. Пойдемте в нормальное место. Там есть еще лавка огромная. Мы даже не такое. Проникаем в Кремль. Все. Ну ничего, полетели, прикольно. Полетели домой. Ничего, прикольно. Ну все, пойдемте обратно. Марш, дядя. Сделать. Он у него не только. Они сломали. Ну да. Жесть, конечно. Зачем так делать? Русское варварство. Угу. В деле. Здесь как название музея. Русское варварство. Здесь же был смычок. Здесь все было, все украли. Или не было? Он вообще тоже смычок. Он же без смычка. Что-то в театре играет на таком смычке. Не тяжело ли?
А вот ботинки очень похожи, Сань. И одна фирма. Походу. В общем, выключай. Там что-то написано перед этими рельсами. А, ладно, тогда у меня будет новая рубрика, вот такая. Поехали в Москву, мы уже соскучились. Я сел. Тебе же никто не ответит. Я что-то с челкой. Она есть. Итак, напишите в комментариях. Там, здесь, не важно, везде. Везде. Как вам Нижний Новгород? Все думают, что все думают, что мы пьяные, на самом деле мы просто веселые. Да. Да, Саня. Особенно очень честно. Веселые. Но лучше были пьяные, да? И грустно. И здесь вот этот конец. Та-дам, 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 та-дам. Знаешь, вот эти титры? Какой конец еще раз? Вот. И вот сюда вставишь. И вот только потом ты вставишь. Оказалось прохладно. Минус один, чувствуется как минус 40.